Иммануэль из Рахова спрашивает, почему человек каждый раз падает на более низкую ступень? Как можно прийти к вечному слиянию с Творцом? Потому что ему раскрывают более мощные желания, с большим авиютом, гораздо большие, гораздо более жестокие желания. Каждый больший товарищ, его злое начало больше. Ты должен найти кавиют, должен войти к авиюту, чтобы с помощью работы поднять отраженный свет больше. Когда насколько ты углубляешься в авиют, в мощь желания, так ты поднимаешь более высокий свет. Одно соответствует другому. А как иначе? Это законы физики. Даже материальные, не только духовные.